Крупный скандал разгорается в Нобелевском комитете. Руководство обвиняет своего бывшего секретаря в разглашении конфиденциальной информации. Гейр Лундестад опубликовал мемуары, в которых раскрыл закулисные детали премии. Например, он пишет, что Барак Обама, получивший награду в 2009 году, не оправдал надежд комиссии. Ведь премию ему дали авансом в качестве стимула для будущей миротворческой деятельности. Эта победа, утверждает автор, стала полной неожиданностью и для самого лауреата. Он находился на посту президента всего 9 месяцев и даже не хотел ехать на торжественную церемонию. Пришлось уговаривать. В книге раскрыта и другая тайна. Почему ни один Папа Римский не удостаивался премии? Все дело в личных пристрастиях комитета. Многие его члены недолюбливают Ватикан.